Привет, с вами Юля, и мы продолжаем наш еженедельный дайджест. Сегодня выпуск посвящен распознаванию изображений. Как стартапы с помощью этой технологии не только развлекаются, но и спасают жизни. Поехали! Мы нашли еще одну нейронку, чтобы побаловаться со своими фотографиями. Она превращает селфи в художественные портреты. Исследователь обучил нейросеть на 45 тысячах изображений классических картин, от Рембрандта до Ван Гога. Загрузив фото на сайт aiportraits.com, пользователь получает портрет маслом. Но эта технология не просто меняет текстуру фото, она создает изображение заново, так что на фото может получиться человек в другой позе или вообще не очень похожий. А теперь уже без шуток, супер полезный продукт. Новый инструмент Google Smiley с помощью машинного обучения помогает обнаружить рак по снимкам клеток. Сопоставлять фотографии разных клеток для врача проблематично. У каждого раковые образования могут выглядеть иначе из-за особенностей организма. Поэтому тут самое место алгоритмам. Инструмент Google использует обратный поиск, берет исходное фото пациента и находит похожие в базе. Врачи могут анализировать не полностью фото, а его маленькие части. Это поможет точнее и быстрее диагностировать заболевание. Ну и немного милоты в конце выпуска. Китайский стартап Megvii придумал идентифицировать собак по отпечатку носа. Эта технология избавит животных от вживления чипов. Нос каждой собаки уникален, но раньше, чтобы сделать отпечаток, приходилось красить морду пса и подносить ее к белому картону. Сейчас сервис позволяет просто сфотографировать питомца и занести в базу. В Китае это будут использовать не только для поиска собак. Тут есть место и для большого брата. Власти будут контролировать и их хозяев. Выгуливают ли они животных с поводком и убирают ли за ними. И это не шутка. На сегодня все. Пусть новые технологии только помогают вам жить, а не превращают ее в реалити-шоу. До следующей недели.